Слава,
Нормальный пас, блядь, что у нас? Хорош, хорош, все, спокойно, играй. Все, за... блядь, ты тихо, блядь. Руки готовы! Руки играй! Игорь, ниже, Игорь! Игорь! Гара, садись! Давай!
Один!
Спасибо.
Давай!
Все, белый, сядем, сядем! Артур, отдышай! Да-да-да! Коля, прикуй его! Давайте! Лучше вот этот стул берите, потому что меня потом монтировать. Ну, в таком случае тогда туда садись, а мне сюда этот стул нужен будет. Игорь, появляйся.
Можешь быстро забрать? Что говорить, тяжелый спорт или? Нет, просто тренировка. Еще один низ, симку достать. А ее тоже монеткой достать. Да, да. Аккуратно только. Тогда видишь, там уже кто-то хорошенько развлекался с этим. Да, замен. Это я тебе Я.
О, поливайся, Леш, поливай сюда! Бей! Леша, подключите камеру пока. Андрюх, Андрюх! Да, иди, жди, Вэм. Ну, Димка. Хорош, подите вам всю Диму, где отсюда? Ну, теперь, если тебе нужен этот, бери. Ярослав, ее хватит, но... Тебе, наверное, проще так будет. Не, сейчас я просто... Дим, На лице не работает. Не работает. Сейчас я не могу сердца. Внимательно! Смотри! Спокойно! Олег! Спасибо.
сюда. Один там, один, один. Свой ворот, стойте, в творе! Помощь, помощь, Даня! Даня, рэп! Даня, бежать рэп назад! Сзади, держи! Давай встали, подожмем, блин, блин. Да, еще вот вторая. Я здесь поймаю. Да, давай. Миша, возьми, возьми. Провод, провод, видишь? Цепляйся, цепляйся. Все, достаточно, больше не протягивай. Сели, сели, сели. Один. Гоняй. Сейчас вот. Да, 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 сейчас сяду за комп, еще это, пальчиками понажимаю и... Давай, 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 давай,
Правая нога. Артур, здесь справа.
Это может быть такая сильная история. Да, 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 да
Хороший пас, да, это однозначно 5-8. Сирин отбирает у Красикова и на 4. Балда классно отыгрывается с Балашовым. Балда разгоняется. Балда бьет по воротам. Ай-яй-яй. Бар. Классно разогнался. Да, атака была классная. Балда вышел. Балаша подтянул на себя игрока, создал, знаешь, такую линию. Балда. И сейчас Балда хорошо отработал. Красиков бьет по воротам, он накрывает. И на поле теперь была. То есть Нурбулатов на самом деле в прошлом игре с Никого игрока была четко скорректировал, размещал, потому что ниже. Рикошет поднялся. Ну, знаешь, надо смотреть, но уже ладно. Но где это игра уже обратно возвращать движение, просит ребята действовать пошире. Ой, хороший пас на Цирина, Цирин здесь успевает, да? Переводит и на Балашова, ай-яй-яй, но это было сложно. Знаешь, чуть Балашов чуть ближе был, еще, знаешь, не тянулся бы, если бы мог его грудью принять, тогда бы, то есть как-то по-другому технически наоборот. Нет, ну чуть слабо, не хватило, всего сразу не хватило. По-другому, знаешь, в данном случае пас сложно был отдать. Либо так, либо никак. То есть, если бы Балашов чуть быстрее был в этом эпизоде, ближе был к мячу, то он бы мог бы там скинуть на Красюкова. Красюков. По 30 ударов. 30 ударов это они любят. Главное, да, главное реализация. Ребята, что там? Забивает мяч. Еще далеко, но тут Романов просто. Замечает, хорошенько его перепрыгнул, и так очень так жестко сыграл головой по мячу, что краски весь. Ой-ой-ой. Пока обнимался с этим столбом, краска покрасился, высококачественная краска. Ну, придется Паша теперь идти. Хорош, вроде Паша. Пока Паша посмотрел. На 5-8 уже поднялся, но пока другие 10 минут. Да, сколько осталось? Со мной закончилось, 2 минуты, компенсация. Но сейчас опасно стандартное положение. Там все-таки был фиксировал повышение. Нарушение правого состава. Дениса. Останься в обороне.
Держи мяч! Хорош, хорош! Пускай центр! Да, сейчас почувствую. Сейчас, кстати, его оппонент, мяча все-таки добирается. Григоренко бьет поворотом на пути мяча Романа. Там еще, знаешь, так проект виска летела. Все, белые, вернемся. Вижу, Владислав Посейкин готов. Вернемся, вернемся. Да, Романов покидает поле. И Владислав Посейкин. Дим, зайди, Дим. Ребят, разменяйте больших игроков. Влад, 14 тобой. Прям возьми его. Подача следует, хорошо Сырин перекладывает, правда до мяча не добирается, Красиков бежит с мячом, но тут сложно. Григоренко что не торопится, торопится, ищет партнеров, убивает на линии ворках. Да, и конечно, до балда добирается, теперь Булатов в центре спокойно принимает. Балды очень. Знаешь, очень аккуратненько соперник. Аксенов касание. Привез. Ну ладно, 5-8 он оставляет пока что. Но близко, потому что 5-9 получит. Тимербулатов делает ложный соединение. Футбольное движение. Остается Балды. Балды. Хорошо здесь качественное движение. Никуленко. Балашов двигается. Ай-яй-яй. Зря. Балашов, по-моему, это делал. Там, если честно, к моему брату, не знаю, обратите внимание или нет, а я вам флажку так все стрелю в центр, что давай Аксенова, Аксенов там могут прицелиться и пробить, и обыграть, но тут столько было пространства для принятия решения, и вообще движение в дальнейшем, что удар был шоу.